Специальное предупреждение, тихо. Это музыкальный обзор музыкального фильма. Тут будет рэп, остерегайтесь. Группа NWA, стадионы людей, миллионы детей качали башкой под эти куплеты про то, как пять парней выросли в гетто с ножом и пистолетом, агрессивным рэпом, будто бы кастетом пробивали себе путь к свету. Из бандитов музыканты прибабле на кураже в каждом гараже, чтобы минимум по три Порше. Ну да, там кто-то погиб, кто-то повздорил, а кто-то влип. Рассорили деньги друзей, таков известный стереотип. И вот потом они сняли фильм про это. Dre, Ice Cube, продюсеры ленты типа про родители. Направление гангстер-рэпа, имена монументальные, а точнее псевдонимы. Свою версию событий выдают, напялив нимбы. Им бы делать вновь музоны, сочинять крутые синглы, но они снимают фильмы, может я несправедлив к ним. Что там визбать доктор Dre? Где обещанный альбом? Ладно, хрен с ним, ценим фильм, а то я все не о том. Get on the ground. Get out. Get on the ground. Now. Alright, I'm sorry, these are not bangers, okay? These are artists. Excuse me, artists? Yeah. What kind of artists? Rappers, and they're working with me in the studio right now. Well, see, rapping is not an art. And I'm sorry, who are you? I'm the manager. Well, you're wasting your time. Rap is not an art. It's not an art. Ну что же, похоже, лента пригожа, смело назвать ее можно хорошей. Надо же, серьезный боепик про чернокожих рэперов. Для кого-то шутка, однако эти пятеро. Народ шокируя агрессивностью ораторов, взяли на себя роль катализаторов, рутину подорвав, став буквально детонатором, сделав всю ту грязь, что окружала привлекательной, даже увлекательной, все для покупателей. Что сметали их альбомы с полок магазинов, лихо психов любят все, особенно талантливых. Стихия подхватила их и бросила об скалы испытаний, славой и деньгами, в конце будут ли они друзьями? Вот такой вопрос, открытым остается он. Кроме того, в кино полно и прочих тем весомых, они бесили многих, против был даже закон. Расовая нетерпимость, полицейский произвол. Да, они бандиты, но в сфере музыкальной только ныне воротилы. Их имена известны многим, пусть и леги их на сегодня примитивны, но тогда в 80-х они были эффективны. Так родились легенды, и про них снимают фильмы. Это парни из Комптона, для нас голос улица. Пускай фильм осмелится только безумец. Кино для ценителей, все падают ниц, скажем смело и грубо, fuck the police. Это парни из Комптона, для нас голос улица. Пускай фильм осмелится только безумец. Кино для ценителей, все падают ниц, скажем смело и грубо, fuck the police. Теперь о частностях. Энергетика в кино потрясная, атмосфера и игра актерская прекрасные. Герои даже внешне на прототипы в жизни похожи. Ice Cube даже сын играет, и сомнения не тревожат. Смотришь, забываешь, что это персонажи. Пусть где-то прилезали, а что же вы от кино-то ждали? Тут бандиты и наркоши, и все же кино пробирает до дрожи, даже порой до мурашек на коже. Однако в теме нужно быть все же. Это парни из Комптона, для нас голос улица. Пускай фильм осмелится только безумец. Кино для ценителей, все падают ниц, скажем смело и грубо, fuck the police. Это парни из Комптона, для нас голос улица. Пускай фильм осмелится только безумец. Кино для ценителей, все падают ниц, скажем смело и грубо, fuck the police. Ну что ж, вот на такое видео меня вдохновил этот фильм. Строго не судите. Я вообще большой поклонник американской рэп-музыки. Ну, только американской. В свое время очень ею увлекался. Тут в комментариях, кстати, писали типа: «Не надо обсирать фильм, если не понимаешь, кто эти люди и что они ценного сделали». Понимаю, представьте себе. Но даже без этого понимания фильм все равно вышел хорошим. Отличная музыкальная драма о бытности рэп-музыкантов и шоу-бизнеса в целом. И я ставлю фильму «Золото». Также я хочу поблагодарить сайт beat7.ru. Они предоставили мне эти вот замечательные наушники. Да-да, вот эти вот крутые наушники. Кстати, успейте насладиться чистейшим звуком и сочнейшим басом, а еще получить горы подарков при покупке наушников вот таких вот. Каждый получит в подарок нож-кредитку Card Sharp или энергетический браслет Power Balance, высокопроизводительный MP3-плеер и внутриканальные наушники Beats Tour. Вот так они выглядят. Вот они, вот они, вот они. И портативную акустическую систему Beatbox Mini. Вот она. Спешите, срок действия акции ограничен. Ссылка в описании beat7.ru. Ну а с вами был Сокол. Высказывал свое личное мнение.
ну как бы сказал, пел, читал. В общем, сходите в кино, составьте свое. Пока!